ИГИЛ разрабатывает бомбы в виде ноутбуков для самолетов. Такая информация появилась у израильских спецслужб. Террористы, запрещенные в России группировки, работают над бомбой, которая будет неотличима от обычного ноутбука и не будет фиксироваться средствами безопасности аэропортов. Ранее стало известно, что власти США запретят пассажирам, следующим из 8 стран Ближнего Востока и Северной Африки, провозить с собой в самолете в ручной кладе ноутбуки, планшеты, камеры и другую крупную технику. По данным журналистов, такие меры связаны с некой угрозой, о которой штаты предупредили их зарубежные разведслужбы.